Компактный кроссовер Mitsubishi ASX выпускается уже 10 лет, но сохраняет актуальность благодаря постоянным модернизациям. Нынешний рестайлинг уже четвертый в глобальном смысле, если не считать мелких изменений для региональных рынков. С этой машиной мы познакомились в прошлом году в Женеве, и вот теперь российский офис Mitsubishi выводит рестайлинговый кроссовер на наш рынок. Перемены оказались масштабными. У рестайлингового кроссовера полностью новая передняя часть кузова, дизайн которой выполнен в современном стиле марки Dynamic Shield. Решетка, фары, крылья и капот новые. Заметим, что дизайнеры отказались от характерного для этой модели короткого капота, заменив его более привлекательной деталью. Теперь клюв заходит на решетку радиатора. Сзади появились измененные фонари и бампер. Вся оптика, включая противотуманные фары, по последней моде переведена на светодиоды в комплектациях Intense и InStyle. Кроме того, заявлены новые цвета кузова – насыщенный коричневый и яркий оранжевый. А в списке доступных колес впервые появилась 18-дюймовая размерность. В салоне первым на себя обращает внимание новый экран медиасистемы. Его диагональ увеличена до 8 дюймов против прежних 7. Само головное устройство обеспечивает улучшенный функционал синхронизации со смартфонами при помощи системы Mitsubishi Connect. Из-за выросших размеров тачскрина центральные дефлекторы вентиляции переехали чуть выше. Закрывает перечень интерьерных обновлений новый материал обивки сидений. В плане техники все стабильно. На нашем рынке по-прежнему будут представлены две бензиновых модификации. Базовая с атмосферным мотором 1.6, передним приводом и механической коробкой передач. А с системой полного привода сосуществуют 2-литровый 150-сильный двигатель и вариатор. К слову, именно полноприводным машинам достанутся 18-дюймовые колеса. Внедорожные способности Tidelli не изменились. Рестайлинг почти не повлиял на геометрические параметры, но клиренс машин с колесами R18 увеличился на 20 мм. Как и до рестайлинга, обновленный ASX будет поставляться на российский рынок из Японии. Продажи уже начались и цены объявлены. На выбор 5 фиксированных комплектаций. Стартовая версия Inform стоит 1 382 000 рублей, а самый дорогой InStyle на 440 000 дороже.